Кирове. Программа «Дневной разворот» в эфире. В студии Анна Лапшина и Дарья Пузлиева. Всем добрый день. Мы сегодня работаем 2 часа, работаем в прямом эфире. Номер эфирный 211-101. Ну и не забывайте про наши социальные сети и возможности иных комментариев, кроме как в эфире. Да, можно нам написать в Вайбер, в WhatsApp или отправить смс на телефон 8-909-720-101-0. Сразу же приступаем, так? Да, у нас еще есть видеотрансляция в Ютубе и в ВК. Что-то нам показывает звукорежиссер. Звукорежиссер нам показывает, что сорвался звонок, я так понимаю, да? Сейчас мы попросим просто продюсера набрать повторно нашего первого спикера, потому что тема у нас сегодня важная. Мы говорим о старте учебного года. Через 2 недели фактически вот дети пойдут в школу. Пока, по крайней мере, есть информация о том, что дети пойдут в школу реально. То есть это будет не дистанционное обучение. Какими будут линейки и будут ли они 1 сентября? Обещают рассказать чуть позже, насколько я понимаю, 20 числа будет некая пресс-конференция, 20 августа, а 26 числа будет некое такое общее, не знаю, там, родительское или педагогическое собрание. Вот. И известно уже, что новый учебный год, он с ограничениями будет. То есть есть определенные рекомендации для всех школ, которые школы обязаны будут соблюдать, если я верно понимаю. Так ли это, мы сейчас спросим у Аниса Самигулина, заместителя начальника отдела санитарного надзора по вопросам гигиены детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Кировской области. Анис Нургаянович, добрый день. Да, добрый день. Хорошо вы нас слышите, да? Да, добрый день. Скажите, пожалуйста, есть ли уже какой-то там сведенный, разработанный список рекомендаций, которые направили в наши кировские школы? Да, значит, постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня утверждены санитарно-эпидемиологические правила к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной структуры в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Вот данные санитарные правила, они действуют с 3 июля 2020 года. Да, я прошу прощения сразу же, вот даты вы называете, все-таки у нас 3 июля прошло почти 2 месяца уже. Изменения какие-то в них вносились, в эти рекомендации, или нет? Нет, смотрите, это не методические рекомендации, это санитарные правила, так, которые обязательны к выполнению всеми юридическими лицами. То есть данные санитарные правила, они разосланы по всем образовательным учреждениям через Министерство образования Кировской области. И на данный вот момент уже проведена определенная разъяснительная работа именно по внедрению этих новых санитарных правил. То есть с директорами школ все, вот это вот все уже проговорено, правильно? Да, проговорено, да. Да. И с Министерством образования, и с Департаментом образования администрации Кирова, и на местах в районах управления образования. Здесь уже они знают, что им нужно делать. Итак, что же им нужно делать? Какие рекомендации? Во-первых, проведение генеральных уборок перед открытием организации. Раньше вот такого не было. Сейчас обязательно генеральную уборку нужно проводить с применением дезинфицирующих средств. Угу. Вот именно по режиму для вирусных инфекций. Потому что коронавирус — это ведь у нас вирус. Вот и для каждого дезинфицирующего средства есть инструкции. В соответствии с этой инструкцией нужно разводить и проводить уже генеральную уборку всего учреждения. Затем, начиная с 1 сентября, нужно организовать ежедневные утренние фильтры при входе в здание с обязательной термометрией. Это для чего делается? Чтобы выявить лиц с признаками респираторных заболеваний. Так. Вот. То есть для этого используются бесконтактные термометры. И Управление Роспотребнадзора по Кировской области предлагает все-таки для общеобразовательных организаций не единый вход сделать, а несколько входов было, чтобы не было столпотворения. Понятно, что дети собираются, так ведь, в одном месте, и все равно здесь контакт между ними будет. А есть ли какие-то рекомендации для линеек непосредственно, которые вот к 1 сентября приурочены? Они вообще будут или их рекомендуется не проводить? Во-первых, у нас
санитарными вот этими правилами наложен запрет на проведение массовых мероприятий между различными классами школами. То есть вот и проведение праздничных мероприятий 1 сентября необходимо организовать по классам или параллелям на открытом воздухе с использованием средств индивидуальной защиты. То есть здесь должны быть маски для родителей, для вот сейчас уже мы предлагаем для учителей. Ну, дети, конечно, будут они без масок у нас находиться в школе. Но то есть не будет вот такой всеобщей школьной линейки, как вот раньше было. Потому что здесь, ну, я думаю, что каждый родитель должен вот это понимать. Да, Анис Нургенович, я уточню по поводу термометрии. То есть она должна проводиться именно на входе в школу. Нет такого, чтобы дети расселись по классам, и им только тогда померили температуру, да? Нет. То есть именно на входе. Так, да. Что еще? Да. Маски, да. Маски, вы сказали, вот эти средства индивидуальной защиты. Ну, понятно, там на время вот этих всех наших первосентябрьских мероприятий, а дальше в ходе учебного года во время уроков. Кто должен находиться в масках и обязательны ли они? Ну, во-первых, значит, в масках должны, в масках и перчатках должен находиться персонал пищеблоков. И также персонал, который занимается уборкой. Так, а вот в помещении вот именно общеобразовательной школы. Смотрите, вот. Вчера появлялась информация о том, что учителя обязаны будут вести уроки в масках. Это действительно так? Ну вот этими санитарными правилами это не определено, но и вот если так, скажем, вот судить вот по логике вот вещей, да, то здесь, конечно, учителям я бы рекомендовал все-таки носить маски. А смысл в них какой, если дети без масок? Ну, потому что я вот вчера в рекомендациях видела, что детям не обязательно это все, ученикам, да? А учитель должен быть в маске. Все-таки, ну, как бы детей-то больше, да, получается. Они друг с другом плотнее контактируют, они вместе за партами сидят, да? Ну, здесь вот почему, значит, все-таки хотят вот этот норматив ввести, чтобы учитель был в маске. Потому что дети, они могут болеть бессимптомно. То есть они вот эту болезнь, они, ну, хорошо, скажем, да, вот переносят. И могут быть источником инфицирования для учителя. То есть это защита преподавателя непосредственно? Да. Здесь вот именно нужно, потому что понятно, что здесь, скажем, учителю может быть там 60 лет. Вот, и имеются уже какие-то заболевания сердечно-сосудистой системы, да, вот, и там и другие заболевания, естественно, здесь, если, скажем, учитель заболеет, то уже он очень вот может тяжело болеть, имея хронические какие-то заболевания. Будут ли накладываться какие-то ограничения на всевозможные олимпиады, да, то есть вот такие вот мероприятия школьные, межшкольные? На межшкольные, конечно же, да. Это будет, ну, если, скажем, олимпиада будет, если проводиться, то я считаю, что здесь будет все-таки дистанционно. Да, еще скажите, пожалуйста, были сообщения о том, что за каждым там детским коллективом, за каждым классом должен быть закреплен отдельный кабинет, и они из этого кабинета не должны никуда выходить во время учебы, так ли это? Да, закрепляться за каждым классом отдельный кабинет, вот, за исключением кабинетов, требующих специального оборудования. То есть это физика, получается, химия, биология, ну и также проведение занятий в актовом и спортивных залах. Ну, естественно. Так, а если у школы не хватает помещений на классы, ну, условно, классов больше, чем кабинетов, то тогда как выходить из положения? Нет, у нас такого нету, чтобы в Кировской области, чтобы не хватало кабинетов. Кабинетов в достаточном количестве, поэтому здесь, значит, уже за каждым кабинетом будет закреплен, за каждым классом будет закреплен отдельный кабинет. То есть эта рекомендация, она уже соотносится с реалиями? То есть уже... Конечно. Это уже даже не рекомендация, это обязательное выполнение. И также для всех вот не будет уже вот таких этих общих школьных звонков, да, например, занятие начинается в 8 часов и урок заканчивается в 8:45. То есть для каждого класса будет свое расписание.
То есть, скажем, один класс приходит 8 часов, второй класс приходит 8.10, другой там 8.20. Это для чего делается? Опять же, вот при проведении термометрии, чтобы не было столпотворения среди учащихся. А, то есть в разное время будут уроки начинаться, да, и заканчиваться? Конечно, конечно, в разное время, да. Ужас. Вот, ну а куда деваться, потому что это вот такие реалии. И здесь, конечно, на первом месте это здоровье детей и сотрудников образовательной организации. Спасибо большое. Последний вопрос. Вот то, о чем вы сейчас говорили, это обязательная история, я правильно понимаю? То есть да, это да, не да, рекомендация, да. Это именно обязательное выполнение. Да. Строго. Спасибо. Анис Самигулин, заместитель начальника отдела санитарного надзора по вопросам гигиены детей и подростков, управление Роспотребнадзора, был с нами на связи. Дальше мы будем набирать сейчас вот действующих директоров школ. Не совсем, да, вот я поняла. Как они вот этот момент с началом занятий в разное время, то есть это будут подаваться вот разные звонки? Со звонками мы сейчас попробуем у директоров школ выяснить, как это вообще или возможно. Или кто-то будет, как знаешь, как встать ходить с палочкой. С колокольчиком? С колокольчиком. Я подозреваю, что просто каждый учитель, предметник, там, да, либо учитель начальных классов будет следить за временем, там, я не знаю, да. Ну и потом я не понимаю, например, как можно, ну вот сколько классов одновременно начинают учебу? 20, например, да, классов. Ну во всех параллелях, если мы возьмем, да. В первую смену, например, учатся 20 классов, да. Но нельзя же сделать один в 8 часов, другой в 8-10. Это ж во сколько учебный день будет начинаться у 20 класса, получается. Может быть, все-таки как-то их рассортировать. Да? Игорь Олин с нами на связи, директор средней школы поселка Вахруши. Игорь Витальевич, добрый день. Алло. Добрый день. Добрый день, да. Игорь Витальевич, скажите, пожалуйста, вот мы сейчас заслушали рекомендации от Роспотребнадзора, которые есть уже и которые разосланы нашим школам, и, честно говоря, мы с Дарьей тут немножко в недоумении. Не очень понятно вообще, как вы в эту систему, как вы встроитесь, и как вы найдете возможность все эти рекомендации соблюдать. Ну, во-первых, вот история с началом уроков в разное время. Не очень понятно. Нам сказали, у кого-то начинается в 8 часов, у кого-то в 8.10, у следующих 8.20 урок начинается. Это же на весь день растянется приход детей в школу, нет? В общем, это очень, конечно, сомнительно, что вот так удастся выстроить в школе. Я думаю, что в сельских школах это реально сделать. И опять же, если там, где нет дефицита еще педагогов. Вот в школе, которая занимается в две смены, как нам приходит, 700 человек в первую смену и 300 человек во вторую смену, у нас, конечно, оно и в описании получается той смены, потому что кто-то начинает занятия там с 5 урока, кто-то с 6, кто-то с 7, например, вот таким образом. И сейчас с расписанием-то будем еще думать, у нас оно составлено. Мы, конечно, в этом расписании должны учитывать эти многие факторы. То есть у нас есть учителя приезжающие, есть учителя, которые работают и в первую, и вторую смену. Нагрузка у них достаточно большая. 30 часов и за 30 часов. То есть надо учесть еще ведь и их интересы. Они не могут, например, прийти на один урок в 8 утра, а закончить там в 8 вечера. Разумеется. И таким вот образом. Поэтому, конечно, здесь постараемся сделать максимально возможно, что получится каким-то образом. Вот я сейчас буквально вот с представителем Роспотребнадзора беседовал. Они предварительную такую проверку готовности проводят у нас в районе. Вот там сейчас приезжали. Посмотрели, но вот эти организационные моменты, у нас еще многие сейчас в отпуске пока, люди и зам у меня в том числе, вот когда они выйдут, мы, конечно, будем собираться и решать все вот эти организационные моменты, связанные с приходом в школу, какие люди будут измерять температуру, сколько входов мы будем открывать, один там, например, у нас обычно был, может быть, два тут придется делать. А вот это вот Время и как питание еще организовывать, чтобы тоже было, ну, как-то уменьшить вот столпотворение во время обеденных перерывов. А вот это требование... Так как это планируется на бумаге, то невозможно сделать. Через 10 минут, через 20, там, это, не знаю, это вообще невозможно. Требование по классам, что каждый класс должен сидеть в отдельном кабинете, его удастся выполнить? Я думаю, что да, это вполне, ну там это до на какой-то период они закладывают, по-моему, пока до 1 января. Это в начальной школе так и есть, они так и сидят в своем кабинете. Нам придется сделать расписание. Ну, я думаю, что это возможно реально сделать и в старшей школе. И там есть исключения для уроков физики, химии, физкультуры.
технологии. Игорь Витальевич, есть ли какие-то требования там или пожелания, или рекомендации по рассадке детей? То есть дети по-прежнему сидят вдвоем за партами? У нас никак не получится, у нас впритык. У нас даже, ну так, школы в основном ведь проектировались еще в прежние времена, новых-то школ не так много. Вот у нас школа была построена в 61-м году, поэтому кабинеты, они рассчитаны, даже если вот точь-в-точь вот с этой нормой санитарной, то там на 22, на 23 человека в классе. У нас, конечно, наполняемость побольше, на 25 во многих классах. Есть даже где-то и больше 25. То есть парты так плотненько стоят, получается, да? Да, там просто по одному некуда посадить. Если, конечно, какие-то маленькие классы, но у нас подавляющее большинство классов заполнено. Понятно. Скажите, пожалуйста, еще говорили ли вы с педагогами вот по итогам вчерашней этой рекомендации Роспотребнадзора насчет масок, того, что педагог в маске должен вести урок? Нам сейчас Роспотребнадзор объяснил, что эта история, она не столько там с защитой детей связана, сколько с защитой самих педагогов, потому что дети легко переносят, ну, в основной своей массе, да, это заболевание. А педагоги есть люди там уже, ну, в возрасте, да, и бывает, что уже и там со здоровьем какие-то там, может быть, проблемы незначительные, которые могут обернуться большими проблемами, что вот это такой способ защиты педагога, введение урока в маске. Да, меня сейчас успокоила представитель Роспотребнадзора, сказала, что уроки, конечно, учитель будет вести не в маске, потому что это нереально, это будет вот издевательство проведения уроков в маске. Поэтому, в принципе, вот в таком ракурсе, да, что для защиты педагогов, что не обязаловка, что они там должны, все должны фотографировать, если они эту маску там сняли, и требовать какого-то наказания для этого педагога, а именно он принимает решение, многие понимают, что угроза такая существует, сам эту маску одевает, когда это необходимо, выходит, например, где-то там, в коридор или куда-то, ну, каким-то вот образом, да, а на уроке он обычно ведет урок без всякой маски. Еще тогда такой вопрос. А вот по поводу масок вы говорили с Роспотребнадзором. Известно вообще, кто будет школы масками этими обеспечивать? То есть учителя сами будут покупать, школа должна их покупать, или там, я не знаю, как-то организованно везде развезут? Ну вот на первых порах у нас вот школа, она являлась избирательным участком. А избирательные комиссии были обеспечены этими масками в больших очень количествах. А, они у вас нам все оставили. Запас. То есть у нас очень большой запас масок, перчаток, дезинфицирующих средств там, и тому подобное. Он все передано. Но его, конечно, хватит ненадолго. У нас вот своих ресурсов и резервов покупать, потому что они все-таки дорого стоят и большое достаточно количество требуется, пока нет. То есть мы будем формировать финансовую заявку. Ну, как обычно, запрашивать у учредителя, чтобы нам выделили дополнительные какие-то деньги для того, чтобы мы все могли это закупить в необходимых количествах. И дальше будем смотреть уже по тому, сколько нам денег выделят. По ситуации. Я думаю, что, ну, конечно, если кто-то закупит за свой счет, купят за свой счет, а если кто-то будет требовать со школы, то мы будем исходить уже из того, что есть у нас финансы на это или нет. Понятно. То есть этот вопрос пока еще окончательно там не урегулирован. Спасибо большое. Игорь Олин был с нами на связи, директор средней школы поселка Вахруш. Игорь Витальевич, сил вам. Вот. Надеюсь, что все будет благополучно. Спасибо. Вот видишь, да. Зачем тогда пригодилась новая конституция. А, вот оно хотя было бы зачем. Придумано там все, да? То есть после голосования по конституции остались дезинфицирующие средства и большой запас масок. И теперь школы могут первое время не волноваться. Вот. Но я вот тут немного почитала, да, вот эти вот рекомендации Роспотребнадзора, и так как то, как их по-разному все интерпретируют, да, трактуют касательно линеек. Вот, насколько знаю, мы будем еще с Николаем Целищем связываться. Да, мы сейчас узнаем спросим у него, возможно, как они будут это организовывать. Потому что вот одни вроде бы пишут, что можно будет проводить на улице. А, ну вот сказали, нет, подожди, Роспотребнадзор же нам сказал, что либо по классу, либо по параллельно на улице, на свежем воздухе, на открытом воздухе, возможно. Так это все, я не знаю, всю жизнь же линейки на улице проводились, нет? Нет, почему? В большинстве школ, особенно в плохую погоду, проводили в спортивных залах в основном. Спортивные залы, актовые залы. Мы не всегда на улице. И в дождь, и в торнадо стояли на улице. У вас просто улице. Актового зала не было хорошего. Был. Был? А, добрый день. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, это слушайте с нами, да. Меня зовут Татьяна. Да, Татьяна. Я хотела бы задать вот какой вопрос. У учителя при разном приходе детей в классе, в одном классе урок не закончился, он должен переходить в другой класс, а там еще не закончил урок другой учитель. То есть это с разным приходом детей, вот на урок, я поняла вас, как бы на целый. Потом у меня вопрос, некоторые школы учатся по программе 21 век. Сейчас дети не могут никуда выходить, а они обязаны высиживать по 7 уроков, даже в начальной школе. Например, в селе это вообще невозможно. Мальчики сидят, вяжут точно так же, как девочки, вот просто ради нагрузки учителей. Вот вопросы ненужных для родителей, для детей, вот этих занятий только, чтобы загрузить учителей. И представьте, вот первоклассник, не выходя из школы, 7 часов сидит за этой партой. Что с его костями будет сделано? Ну, Татьяна, я думаю, это вопрос вообще, в принципе, не к пандемии, а к системе образования в целом, да. Да, то есть они эти уроки сидят и с коронавирусом, и без коронавируса. Спасибо, тем не менее, за ваш вопрос. Мы сейчас попробуем, да, у директоров школ еще узнать, насколько вообще вот эта вот история, она там, да, серьезная. Что это за программа 21 века? Я не знаю, я сейчас вот надеюсь на нашего следующего спикера, может быть, он нам пояснит. Нет, а вот эта история с тем, что в разное время начинаются уроки у разных классов, и в одном классе педагог еще ведет урок, при этом он уже в другой должен переходить, да, по времени. А, я поняла. Запутан. То есть там же сдвижка получается по времени, то есть у одного класса урок, например, закончен, там, да, и к нему то уже тебе должен прийти педагог, урок, да, а педагог в это время еще доводит там свои 10 минут в другом классе. Слушай, мне кажется, вот это требование будет сложнее всего исполнить. Вот, по сдвижке по времени, да? Да, потому что, правда, непонятно, как всем это вот перемещаться. Мне кажется, что с моментом, когда, Николай Целищев с нами на связи, директор лицея информационных технологий номер 28 города Кирова. Николай Евгеньевич, здравствуйте. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Слушайте, мы тут обсуждаем рекомендации Роспотребнадзора, и вот сейчас мы в одну уперлись. Тут нам Роспотребнадзор озвучил, чтобы не было столпотворения на входе в школу, особенно в школу, где, как я понимаю, много учеников, да, будут открыты все входы, будет термометрия, и классам рекомендовано начинать занятия в разное время. То есть, условно, один начинает в 8 утра, следующий там 8:10, дальше 8:20. И мы, честно говоря, не можем себе представить, во-первых, это ж сколько в школе надо будет времени проводить всем там, да, и учителям прежде всего. И во-вторых, вот сейчас у нас слушатель задавала вопрос, а что делать учителю? У него в одном классе урок еще, получается, не закончен, а в том, который на 10 минут раньше начал учиться, уже закончен, ему там надо быть, а он еще в другом месте детям дорассказывает тему. Вот эта вот история с разным временем начала уроков, она действительно обязательна или нет? Не, ну эта история с разным временем начала урока, она обязательна. К сожалению, у нас мало кто спрашивает по поводу того, как бы обязательно и не обязательно. То есть это не рекомендация, а именно то, что мы должны выполнить. И, конечно, для выполнения всех этих норм ответственность лежит, конечно, на директоре. И в каждой школе решение будет приниматься по-своему, исходя из специфики, исходя из возможностей каждой образовательной организации. Что касается вашего вопроса, значит, вот мы решили это сделать таким образом. То есть мы, на самом деле, часть, скажем так, уроков у нас будут начинаться в 8 часов, как бы, а часть уроков будут начинаться в 8:20. То есть вот, как вы сказали, 8:10 там и так далее, такое дробление ничего не даст, потому что дети приезжают раньше, кто-то может задержаться. То есть вот мы решили, что мы первый урок разведем именно только на 20 минут. Причем сделаем это таким образом. А чтобы не пострадали учителя, вот вокруг которые, ну, вот как вы сказали тоже, что у кого-то там первый урок, у кого-то второй, мы решили развести это по параллелям. То есть вот у нас как бы начальная школа будет начинать уроки ровно в 8:00, потому что дети приезжают в основном, как я говорил, о специфике каждой организации. У нас детей очень много привозят со всего города. Родители. И поэтому понятно, что, да, то есть позже начинать уроки уже не совсем удобно для родителей будет. Поэтому они будут начинать ровно в 8:00. Дальше у нас две раздевалки. Раньше у нас была раздевалка для младших детей,
раздевалка для старших детей. Для того, чтобы не было скученности, сейчас начальная школа придет отдельно, 8 ровно, и часть класса будет раздеваться в одной раздевалке, часть в другой. Таким образом, мы уйдем от вот большого количества скопления хотя бы вот в начальной школы. Затем только через 20 минут будут заходить уже ребята старшие и среднего звена. Это 5, 8, 9, 10, 11 классы. Вот. И точно так же будут расходиться на две раздевалки. Таким образом, вот в наших условиях это единственный способ выполнить, значит, требования Роспотребнадзора и как-то уменьшить скопление ребят, которые одномоментно приходят в школу. По-другому это будет очень трудно. Расписание, конечно, составлять очень трудно сейчас, вот, потому что сейчас говорят вот об этих требованиях, но все почему-то забыли, что есть определенные еще требования по весу каждого предмета, о том, когда он должен начать, ну, когда он должен происходить, а нагрузки, значит, оптимальные нагрузки на каждый день недели и так далее. Ну, я думаю, что здесь будет вообще составить это будет очень трудно. Ну, постараемся, конечно, сделать все, что возможно, но в данном случае, я думаю, сейчас подход будет именно такой. Мы знаем, что мы это сделать обязаны, мы понимаем, что забота о здоровье детей прежде всего, но и учителей, которых мне, например, на самом деле в этих условиях хочется о них подумать еще больше. Вот. Это приоритет, как бы, да, ну и в этих условиях нам нужно оптимально выполнить все эти требования, ну, исходя из каждой конкретной ситуации в каждом учебном заведении. Николай Евгеньевич, у меня к вам большая просьба. У нас сейчас реклама просто вот по регламенту должна быть. Можете ли вы не отключаться, побыть на трубочке минуту? Хорошо, пожалуйста. Спасибо большое. Мы продолжаем. Николай Целищев с нами на связи, директор лицея информационных технологий номер 28 города Кирова. Николай Евгеньевич, вы с нами? Да, добрый день еще раз. Николай Евгеньевич, вот смотрите, мы тут с Аней в перерыве пообщались. Вот понятно, что да, вот эти все требования для Роспотребнадзора, школы так или иначе там вытянут, подстроятся, все выполнят. А с точки зрения вообще вот здравого смысла и защиты детей именно от коронавируса, есть ли во всех этих требованиях смысл? То есть, ну, развели мы их в 8 и в 8:20, но они же в школе все равно все друг с другом общаются. И так после или школы. Иначе. И между классами, и гулять все ходят вместе. Нет, дело в том, что тут на самом деле есть такие вопросы, но что касается того, что мы развели только в начале, мы разведем их потом еще и на перемены. Когда перемена будет у одних, то не будет перемены у других. Как бы это вот, с одной стороны, хоть какая-то, скажем так, ну, возможность как бы минимизировать их контакты. Ну, а что касается вашего вопроса, ну, наверное, вот смотрите, что касается масок, да, вот этих для учителей. Насколько я понимаю, например, для того, чтобы это маски сработали, должны, ну, как бы, две стороны их носить, да. Но, скажем так, носить, когда будет только одна сторона носить, тем более, что маски чаще всего у нас вот эти хирургические, которые нужно менять раз в час, это, ну, вообще, в принципе, это тут очень много вопросов возникает. Кроме того, кстати, я вчера вечером увидел разъяснение Министерства просвещения Российской Федерации по поводу масок. Они сказали, что их неправильно поняли, что маски носить не обязательно будет, что это будет зависеть от той эпидемиологической ситуации, которая будет находиться в каждом регионе. И если в регионе будет складываться очень опасная ситуация, то тогда вот это требование для обязательного ношения масок для учителей, оно будет действовать. Поэтому можно тут немножко успокоить. Просто видите, у нас часто очень информация идет сейчас очень быстро с колес, вот так вот, да. Сначала кто-то что-то услышал, сказал, потом, значит, потом поняли, что что-то не то сказали, и начинается уже опровержение того, что сказали раньше. Вот поэтому по поводу масок. А то, что не все, наверное, вот эти мероприятия все-таки ведут к цели, ну, в какой-то степени с вами можно согласиться, как бы, тем более, что все говорят о том, что процент заболеваний детей практически минимальный. Вот я говорил уже, что мне главная задача, чтобы не заболели мои учителя, потому что вот это самое важное. Я думаю, что вы все прекрасно понимаете, какой возрастной состав сейчас учительства, не только моего лицея, но всего, значит, всего учительства всей страны. И в данном случае, в принципе, это все эти люди сейчас уже возраста достаточно преклонного. И если что-то случится с этими учителями, я боюсь, что этого наше образование уже не вынесет. А с линейкой что будете делать?
Но насколько я понимаю, на самом деле ситуация, вот, насколько я владею ситуацией, решение о том, проводить или не проводить очную линейку, принимает региональная власть, и она это должна сделать после 20 числа. В зависимости, опять же, от этой ситуации. Мы готовы на очную линейку, мы очень хотим, чтобы наши дети пришли, увидели друг друга, увидели учителей. Это праздник, это должно быть. Мы проведем ее со всеми, ну, готовы провести ее со всеми требованиями, опять же, вот Роспотребнадзора, но очень бы хотелось, чтобы наши дети не, особенно первоклассники, речь идет именно о них прежде всего. Не лишились праздника. Не лишились праздника, потому что для них это памятное событие, и оно должно остаться в их памяти. Спасибо большое за комментарий. Это был Николай Целищев, директор лицея информационных технологий номер 28 города Кирова. Ну вот. Как-то да, по времени пока, мы, конечно, уже вываливаемся там вообще безнадежно, потому что у нас сейчас на очереди еще должны быть родители. Мы хотим и родительское мнение тоже услышать, да, по поводу этих рекомендаций. Будем сейчас набирать. Не успела я спросить у Николая Евгеньевича. Вот мне интересно все-таки эти термометры для термометрии. Несколько входов в школу, правильно, да? Ну, то есть как минимум там два, обычно бывает два точно, потому что должен же быть запасной там противопожарный выход всегда в образовательных организациях, а думаю, что и больше. Если 2-3 поста, например, да, это значит как минимум 2-3 термометра должно быть вот этих бесконтактных, а они, между прочим, недешево стоят. Ну, вообще непонятно, да, за чей счет весь этот банкет будет, и маски, и что? Я пытаюсь понять просто, кто из родителей с нами на связи. У нас сейчас, Анна Чигаева, да? Анна Чигаева с нами на связи, мама первоклассника. Анна, добрый день. Здравствуйте. Да, Анна, скажите, пожалуйста, вот мы сейчас говорили с директором школы, он, конечно, очень хотел бы, чтобы для первоклассников была организована линейка. Вас поставили ли в известность, будет ли у вашего ребенка линейка в этом году? Вы знаете, на самом деле у нас родительское собрание будет в 20-х числах августа, но первое собрание уже было, и нам ничего не говорили, то есть мы находимся сейчас в таком подвешенном состоянии, мы не знаем, чего ожидать. То есть, соответственно, мы готовимся к 1 сентября, как обычно. Покупаем школьную форму, покупаем канцелярские товары. Более того, мы с родителями обсуждаем в котором наши дети будут учиться. Приобретение штор, чтобы сделать более уютную обстановку в классе. Поэтому мы готовимся к тому, что 1 сентября для нас будет как для всех каждый год. Анна, есть вот какие-то опасения, непосредственно связанные там с эпидемией коронавируса? Как-то общаетесь с родителями, решаете там вводить детей, может быть, в маски или что-то другие какие-то меры предпринять? Вы знаете, мы с родителями такие вопросы не обсуждаем. Но если что касается лично моего мнения, то я считаю, что все эти противовирусные меры неэффективны. То есть в любом случае, мне кажется, обязательно нужно, что нужно сделать, это на входе у детей проверять температуру, заставлять обрабатывать руки, но, естественно, заставить детей, тем более маленьких первоклашек, ходить в маске, это нереально. И я вообще против этого. То есть детям душно будет, дети не в любом случае будут эти маски снимать. В любом случае дети будут контактировать друг с другом, а тем более первоклассники, у них еще есть привычка тянуть грязные руки в рот, там, ту же ручку в рот засовывать. Ну, то есть эти меры все, мне кажется, на мой взгляд, неэффективны. То есть вы не собираетесь там ребенка своего ограничивать в общении или еще где-то, потому что вот, ну, я не знаю, слушали, не слушали эфир, да, то есть в школах как планируют делать, то есть начинать даже занятия в разное время, чтобы максимально параллели развести, да, чтобы дети там между классами не общались, грубо говоря, то есть там они там сидят своим коллективом в 25 человек и как можно меньше контактировали с внешним миром. Но есть школа, есть все равно дом, друзья какие-то другие вне школы, то есть вот в этом вопросе вы на какой стороне, как считаете? Нет, я не собираюсь ребенка ограничивать. То есть в любом случае нужно общаться со сверстниками. На перемене, если разводить два разных класса,
то они в любом случае, эти два разных класса, мне кажется, общаться друг с другом не будут. У них есть свой коллектив. То есть, как вариант, сделать перемены в разное время, но перемены должны быть. Не закрывать же ребенка в одном классе на несколько уроков. Mm-hmm. Это просто тяжело. Ладно, вот сил вам родительских. Я надеюсь, что все-таки, может быть, со стартом там учебного года, и если у нас не будет роста заболеваемости, как-то вот эти все меры ограничительные все-таки сойдут там, да, на нет. Ну, потому что маленьких-то ребят в школе, конечно, вот больше всего жалко. Если взрослые подростки, там, да, они еще, может быть, ну, более дисциплинированы же, привыкли к тому, что школа — это дисциплина, то для малышей это, конечно, вот все эти ограничения, мне кажется, очень-очень так сильно, ну, как бы, усложнят и испортят школьную жизнь и впечатление от школы. Спасибо. Анна Чигаева, мама первоклассника, была с нами на связи. Попробуем еще с одним родителем сейчас связаться. Не знаю, две минутки у нас осталось, конечно. Ну, мне, знаешь, кажется, тут еще такая сложность, кроме того, что, в принципе, первый раз, первый класс — это уже стресс, да. Как для ребенка, так и для родителя, да. И так очень много всего, что нужно знать, учесть. И тут еще вся эта эпидемия, этот коронавирус, непонятные запреты, которые соблюдать, не соблюдать. В общем, как все это будет работать, конечно, да, масса все равно вопросов у нас остается. После родительского собрания, я думаю, который будет в 20-х числах, будет уже будет какая-то ясность и понимание. Мне кажется, что все равно школы будут ориентироваться, да, каждый на себя. Константин Партыко с нами на связи, заместитель председателя Совета отцов Кировской области и многодетный папа. Константин Васильевич, да, здравствуйте. Да, две минутки у нас остается. Скажите, пожалуйста, вот те меры, о которых мы сегодня говорим, ограничительные, одна минута, да, они для вас, как для отца, кажутся, ну, вот, эффективными? Нет, это неэффективные меры. Дети все равно как общались, так и будут общаться. Ограничения, как бы, их свобод, ну, не получится. То есть, выводить, опять же, на дистанционку, от этого уже устали не только дети, но и родители. Тут, ну, ограничения не помогут, я вам сразу скажу. Mm-hmm. То есть все равно будут общаться, все равно будут пересекаться, и так или иначе, ну, если где-то в классе, например, или там в школе есть кто-то с вирусом, то все равно каким-то образом передадут. Тут, как уже говорилось, что действительно жалко учителей в этом моменте. Не дай бог, они заболеют. Дети-то у нас здоровые, они вытерпят это все. Как-то так. Понятно. Спасибо большое, Константин Васильевич. Простите, что вот мы так быстро заканчивается, к сожалению, у нас эфир. Ну, остается тогда только пожелать всем терпения, всем терпения выполнить вот эти вот рекомендации. Формальные рекомендации. Встретимся через 20 минут. Будем говорить о замене ЕНВД на ОСН. На ОСН, да.